Всем огромный привет! Икея, город Екатеринбург. Меня зовут Ирина. Приглашаю прогуляться по квартире-студии 25 квадратов. Давайте зайдем. Регулярно меняют здесь состав. Сейчас мы заметили, что убрали журнальный столик. Сейчас такой маленький, скромненький. Ну, планшет — это вообще вне конкуренции. Поставили квист-бру и планшет, который больше самого этого, MacBook а-ля столика. 2030. Да. Версия про IKEA. Да, IKEA Pro. Помогает мне помощница, будет тестировать, что здесь внутри. Итак, диван — это Брисунт, 21 тысяча. Рудорна, темно-серая обивка. Как работается? Хорошо? Угу. Ну и все, самое главное. Так, обилие подушек, чехлы на подушке. Заметьте, опять вышивка. Я смотрю, что вышивка плотно вошла в обиход. Видимо, снова мода возвращается на ручной вот этот труд, на ручную вышивку. Ну, вышивка в данном случае не ручная, я в других магазинах видела очень красивые модельки, особенно ручной работы. Поместили сюда консоль и полку, расставили свечи. Ну, это, кстати, свечи без аромата, без запаха. Их можно заменить на электронные, которые будут более безопасны. Полка навесная Фьельбо, 2000 рублей, 101 на 20. Часы 800 рублей, они очень давно уже в IKEA представлены, такая классика. Надеюсь, не умирающая. Нуфра называется. Но очень много новинок, постеры, картинки. Надо туда снова наведаться. В этом углу всегда стоит ПАКС. В данном случае ПАКС Лисбергет. 25 899. Очень красивые двери. Цвет просто нереальный. Здесь немножко свет неправильно сегодня падает. Вообще синий очень красиво, а здесь кажется, что ну такой серенький, такой невзрачный. Нет, насыщенно синий. На паксы 10 лет дают гарантию. Паксы можно уже обновить, что-то новенькое появилось. Ну а так, открываем. В принципе, здесь даже заморачиваться не стали. Поместили. Тут идет одна стандартная полка. И вот эти вот навесные варианты. Сейчас тоже обновили серию. Так, это плечики. Серии обновили, название, просто их путаюсь, когда вот эти вот сейчас серые и голубые с цветочками. Что-то скрипит так все, как будто не в IKEA. Да, вот она новинка, это Бладраре. Ну, это в данном случае коробка с крышкой, это же из этой же серии, вот эти навесной модуль с кармашками. Подсветка все отдельно. И здесь, скорее всего, просто полки. Держатель для утюга 600 рублей, оцинковка. Видите, поместили. И кажется, такой утюжок маленький, даже, кажется, не мешается. И знаешь, где он лежит всегда. Здесь также на ценнике указано, что эту комбинацию можно адаптировать с вашими потребностями. Можно воспользоваться программой для проектирования. А вот и Хавста. Сейчас Хавста, Хауга помещают практически в каждую квартиру. А цвет серый, есть еще белый. Тоже в этом углу чего только не было. Даже галошницы были. Галошницы, обувницы, кто как их называет. Пока мы здесь не одни в комнате, решили разобрать. Получается, сюда помещается сколько, Марина, подушек? Две. Это как минимум можно утрамбовать. Да, даже можно еще и одеяло, и плед, и ваши игрушки. И даже Вика, и даже влезет. И даже Вика можно. Давайте я подойду положим, чтобы... Опа, мы с вами переместились в ванную. На самом деле в этой квартире ванной не самое интересное место, но тем не менее посмотреть стоит. Итак, здесь обновили серию, это Good Morgan, 15 тысяч рублей. У них немножко обновились вот эти дверцы. Кашон белый, 60 на 14 на 96, 15 тысяч рублей, также 10 лет гарантия. Все необходимое здесь имеется.
поместится. Стеклянные полки. Так, это тоже IKEA, и это IKEA Вардаген, 119 рублей. Закрываем, опускаемся вниз и видим здесь тот же самый Good Morgan с размерами 60 на 47 на 58, 13 тысяч рублей. Выдвигается полностью, и можно посмотреть, вон как там все прячется. Сзади, видите, стенки нету, так что не пугайтесь он при сборке. Плавный ход, ничего стукать не будет. Ручки можно заменить абсолютно. Если не ваши черные, 300 рублей за две штуки Энерида, можно поменять. А, к примеру, тоже черные вот эти, 200 рублей, та же самая серия. Можно белые, можно серые, можно вообще без ручек. Так, а сама раковина этого Кснан. Нет, я вру, это смеситель Воксана, раковина Бровикин. 8000 рублей, смеситель 4500. Коврик 300 рублей, Винафр. Винфар. Помните, да, из последних серий показывали, уже есть душевые уголки, стекла, пейн серия. Здесь нет, здесь пока по старинке, так скажем, то есть не меняет именно эту часть. Здесь поместили только вот этот смеситель термостатический для душа, сам душ. Воаксель, система хранения. Не так давно я прочитала какую-то статью, сайт весьма неизвестный, что все вот эти системы, что раньше были, что сейчас Воаксель, очень долго и муторно собирать, и для многих это минус. Поэтому сразу же вопрос, кто приобретал и собирал. На самом-то деле это так муторно, долго и неинтересно. Ну, в плане, что там непрактично и вообще. Или все-таки какая-то статья неправдивая. Так, Боаксель 3840. И размеры. Можно сформировать любой вообще. Хоть с пола до потолка, хоть не знаю как. То есть универсальная, да, система хранения. Все, выходим, вот, освободили. Очень долго рассматривали посетитель данный стол. Вид издалека, и сейчас посмотрим поближе. Да, Йокмок называется, 13 тысяч рублей, Маринка Антик. Они и так, и эдак, и посидели, и подумали, и поснимали. Легко забрать домой. Он упакован в одну коробку. Ряд места в нашей IKEA в Екатеринбурге это есть. Размеры все можно зафиксировать. Массив сосны, морилка, прозрачный акриловый лак. Все. Вес упаковки будет 32 килограмма. Что касается стульев... Маринка уже убежала. Стулья, они бесценные. Просто бесценные. Зайдем в отдел со стульями и посмотрим, сколько же они стоят. Здесь снова Кноксхольд. Здесь меняли вот эту модель кухни на метод. Но нет, снова вернули. И Кноксхольд серый цвет. Также рассчитана стоимость бытовой техники. И получается, что если мы приобретаем данную кухню и бытовая техника, которая здесь, выливается общая стоимость 101 684 рубля. Духовой шкаф – это горлик. Панель кондукционная Грундат. Вытяжка. Рютмиск. Ну, а Кноксхольд это Кноксхольд. Так. Старик с колесами Бэк вам 7000 рублей. Я смотрю, новинки в отделе посуды много добавилось. Какая огромная разделочная доска. Смоэта 1500 рублей.
Вот на самом деле, что для кухни, что для ванны, вот это вообще никак не приемлемо. Надо стараться всегда, чтобы смеситель был не на столешнице. По крайней мере, вот этот вариант, это все, ненадолго. Смеситель кухонный Эцвик, 4000 рублей. Нет у нас мойки Бухольмен, 1999 рублей. И еще раз говорю, что лучше выбрать мойку, которая будет закрывать полностью, и туда ставить смеситель уже, врезать. Есть полки, холодильник. В общем, эта часть... То есть один, получается, навесной шкаф используют, и полки с консолями. В коридоре так вот уход не участвует в распродаже. Нет, этот Хемнос не участвует. Галошница 4 отделения 9000 рублей. То есть сейчас очень много из Хемноса попало до 6 октября в распродажу. Зеркало Тавдбюн. Пинник 8000 рублей. Она сплошная. Для прихожей. Видите как? Ну и тоже, что очень удобно для маленьких площадей, поверху пустили полки с консолями, весь коридор занят коробками. Коробки тоже IKEA, подписано, удобно, практично. О как, весь коридор. Тут сразу и полка, и консоль 1500. Можно посчитать, сколько их здесь штук. Зеркало еще одно, это Кармсунд, 6000 рублей, уже такое с рамкой. Зеркало напольное. Еще один уголок пропустила и заканчиваем, все уже. Кресло классическое, 14000 рублей, Strandmont, желтые отбивки. Ну, здесь всегда такой уголок а-ля читальня. Поместили полки в Флиссад, сейчас нет этого товара в IKEA. Свет Хектор настенный, крепится таким образом, это тоже целая серия. Они есть и подвесные, и напольные на ножке. И тележка. Раскок 4000 рублей, видите, в данном случае для гостиной. Тут и нити, тут и иголки, в общем, для мастерицы. Очень часто такое и в ванной помещают, и в жилую комнату, и на кухню. Ну вот, теперь вроде бы ничего не пропустила. Выходим. Да, кстати, здесь тройной пирожок, но основа не тюль, как обычно, а римская штора. Не вижу, где тут, сколько это стоит удовольствие. Ну все, помощница устала. Идем дальше. Ну да, только не в этот магазин. Давайте, до новых встреч и пока-пока.